Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня мы с Серегой приехали на карьер наш попробовать поймать рака. Или раков. Будем пробовать ловить на баунти, сникерс или он. Сегодня без мяса, без ничего. Попробуем на вот именно на шоколадке поймать их. У нас раз, два, три, четыре, пять раколовок. Закинем тут по карьеру их везде. Посмотрим, что у нас будет. Будет ли что-то вообще. Ладно, будем закидывать. Вода здесь под охватом. Может быть. Давай тут, Серега. Вон где ты сейчас стоишь, с этого бугорка. Да, туда в руки. Да. Вон как раз. Швыряю ее. Давай мне кусок. Одна есть. А я вот не знаю. Вторая. Так, выкидаю. Подожди. А? Давай, попробуй. Может так сказал, что можно пойти, то есть как-то снимаешь. Ну да, с другой стороны дует, и зашел, под любой ветер, да. Вторая есть. Это у нас третья. Все. Да? Да. Так. Ну, раки здесь есть на карьерах. Посмотрим, подойдут они так близко. Может, они сейчас уже не на середине, там, в глубинах стоят. А может, и здесь будут. Проверим. А я воткнул, вот, видишь. Так, Серега одну закинет здесь, такую вот. А я эту пойду где-нибудь там. На эту палку, Серега. Так, эту мы пойдем там закинем. Где-нибудь. О, рыбка плещется. Красота, блин. А это мы, наверное, здесь закинем. Сейчас отмотаем. Вот у нас улетит подальше. Хотелось бы. Ну, вот так вот. Вроде ничего не запутали. Ну что, полетели? Так, раз, два, три. Немножко запуталось, ничего страшного. Это ерунда. Ладно, сейчас будет стоять они у нас, не знаю. Пару часиков. А мы пока пойдем покидаем здесь на этом озере красивом спиннинг. Может, что-нибудь и на спиннинг еще поймаем. Так что видео со спиннингом будет через неделю, наверное, может быть и раньше. Поэтому подписывайтесь и ждите результата на раколовке, на сникерс, баунти или он.
Потом включимся, покажем, что поймали в итоге. А может, ничего не поймаем, но все равно покажем. И да, как думаете, поймаем мы что-нибудь или нет? Напишите в комментариях, хочу пробовали на такую ловить, на сладкое раков. А если нет, то на что у вас лучше всего ловится рак? В раколовке, в морды эти. Напишите в комментариях, на что у вас он лучше клюет, заходит. Ну что, пришло время проверять наши раколовки. Сладкие. Да. На Сникерсы, Баунти и на Леоне. Ничего нет. Ну ничего, у нас еще 4 штуки стоят. Рыбка есть. Рыбка есть. Да, раколовка пустая. Мечтая. Окушка шального. Сейчас мы его достанем. Сладко ешь. Пузо набил, наверное, все. Иди сюда. Вот трофейный окунь. Все, плыви. Ну что, сейчас пойдем другие проверять. Вторая раколовка у нас. У нас они постояли, наверное, часов 5 минимум. Ну не знаю. С травой идет. Трава есть, а раков нету. Да, пусто. Ну, или это шоколадка не работает, или просто рак неактивный. Октябрь месяц у нас. Кто его знает? Ничего нету. Шоколадка есть. Ладно, проверим остальные. Ну, навряд ли, думаю, будет что-то. Так, это третья раколовка у нас. Сейчас окутаем. Вот что-то ее скрутило, блин, от жизни какой-то. Китайское говно, блин. Идем к остальным. Четвертая. Опа. Трава есть опять, а раков нет. Ладно, идем к последней. Ну вот, последняя раколовка у нас. Сейчас Серега проверит. Да-да, нет-нет. Ой. Какая красота на карьере. Тишина. Раков нет. Пусто. Ну ничего, в следующий раз, может, на ночь оставим. Так что эксперимент так себе. Если кто-то ловил на Сникерс, напишите в комментариях. Ну а мы будем заканчивать. Поедем домой отдыхать. Все, всем пока.